Если вы часто ссоритесь с мужем, не понимаете друг друга, он ведет себя не так, как вы ожидаете, возможно, отдаляется или его чувства остыли, но несмотря на все проблемы, вы хотите наладить отношения с мужем и стать счастливой. Тогда дослушайте мои видео до конца. Здравствуйте, меня зовут Виктория Власова, я эксперт по семейным отношениям, провела уже более 2000 личных консультаций. И все рекомендации я даю из опыта женщин, которые находились когда-то на вашем месте и успешно наладили свою личную жизнь. Давайте разбираться по порядку. Почему мы не понимаем друг друга? Все очень просто. Каждый человек смотрит на мир, ситуацию под своим углом, со своей колокольни. Не стоит обижаться на мужа, если он думает не так, как вы. У него есть свое мнение, видение, и в 90% оно отличается от вашего, и это нормально. Приведу пример. Представьте себе собаку. Опишите ее, какая она. Кто-то скажет, что она умная, кто-то скажет, что большая, черная. У кого-то она вообще не живая, а нарисованная там с картинки. О чем это говорит? При одном слове «собака» у каждого в голове возникает своя картинка и ассоциация. Если, допустим, человек, который представил собаку черной и ласковой, будет разговаривать с человеком, у которого другая ассоциация, то у них возникнут разногласия. Картинки в голове разные. Если вы задаетесь вопросом, как наладить отношения с мужем, сделайте первый шаг. Перестаньте судить по себе. Вот я бы такого никогда не сказала, не сделала, как он мог. Другой человек не ваш близнец, и он не думает так, как вы, и, соответственно, поступает по-своему. Второй шаг – принять и осознать, что муж и вообще окружающие люди вправе поступать по-своему. Многие мои ученицы тоже не понимали всей кухни отношений, и совершали ошибки, ругались, отстаивали свое мнение или просто молчали. Как вы думаете, куда такое поведение привело? Все верно, к расставанию. Если отношения пускать на самотек, не реагировать на проблемы, думать, что все разрешится само собой, то в итоге приходит разрыв. Бессонные ночи, чувство вины, депрессия, одиночество и еще куча всего. Как только вы овладеете технологией общения, взаимопонимания, поймете, как создаются крепкие отношения, научитесь разрешать конфликты парой фраз, научитесь удержать мужчину, вы станете по-настоящему счастливой. Вы можете все изменить прямо сейчас. Просто вам не хватает знаний и понимания, как себя правильно вести в той или иной ситуации. В своем бесплатном курсе «Как вернуть любимого за 3 шага» я делюсь секретными технологиями. Ваша задача – просто прослушать и применить. И вы сможете наладить быстро отношения с мужем. Скачайте его прямо сейчас, пока он еще в свободном доступе. Не ждите, когда мужчина уйдет. Восстанавливать отношения труднее, чем исправить все по горячим следам. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Если вам нужна помощь специалиста, запишитесь ко мне на консультацию. Мы созвонимся с вами в скайпе и найдем решение, которая подойдет именно в вашей ситуации. Записаться на консультацию вы можете по ссылке под видео. С вами была Виктория Власова. Увидимся, услышимся. Пока-пока.